Само по себе меня это не удивляет. Ни одна утопия в мире не обходится без ГУЛАГа. Поскольку она утопия, поскольку она не принимает во внимание особенности человека. И Европа в этом смысле не исключение. Будет европейский ГУЛАГ, будет. Я, может быть, до этого не доживу, но очень многие доживут. И это будет достаточно неприятно. Но точно так же, как в свое время Советский Союз был обречен рухнуть и Европейский Союз. И никуда он от этого не денется. И моя единственная надежда, это что он не погребет под своими обломками всех нас. Что в общем, в кого большой степени произошло в бывшем Советском Союзе. Вот одна из сторон современной европейской жизни. Не стремитесь в Европейский Союз. Вас туда вроде бы не принимают, и слава Богу. Слава Богу. И пусть не принимают. Друзья существуют не для того, чтобы им подражать и копировать их поведение. Друзья существуют для того, чтобы дружить и друг другу помогать. И говорить правду, если она требуется. И если твой друг делает глупости, хороший друг всегда ему это скажет.